Во Франции начата процедура роспуска ультраправой организации «Поколение идентичности». Это было давним требованием ряда ассоциаций и политических партий. Новость объявил министр внутренних дел страны Жераль Дарманен, добавив, что у активистов есть 10 дней, чтобы дать ответы на противоречивые вопросы. Группировка известна своими антимигрантскими акциями. В апреле 2018-го в Альпах сотни активистов блокировали перевал, по которому нелегалы следуют из Италии во Францию. Последняя подобная операция прошла в январе в Пиренеях у испанской границы. Решение властей осудила Марин Ле Пен, лидер движения «Национальное объединение», напомнила о том, что, цитата, «свобода выражения мнений – одна из основ демократического общества». Правозащитники обвиняют членов организации в провокациях, основанных на дискриминации и разжигании расовой ненависти. Однако ни одно из многочисленных судебных разбирательств не завершилось обвинительным приговором. С 2019-го по распоряжению Эммануэля Макрона был запрещен целый ряд ультраправых группировок. Как заявляли власти, организации «Поколение идентичности» все это время удавалось не пересекать красную черту.